Жизнь, как в кино, закончилась для горожан в Мурпосаде. После 10 лет уговоров, просьб и жалоб местные власти нашли деньги на ремонт моста через овраг. Рифат Фаткулин проверил новую переправу и выяснил, почему местные мост по-прежнему называют лестницей. Еще месяц назад в Мариинском Посаде можно было снимать приключенское кино в духе Индианы Джонса. Вот так выглядел мост через овраг. По ту сторону продуктовый магазин, детский сад и школа. По эту люди не готовы каждый день отправляться на поиски священного Граля или утраченного ковчега. Удобно очень лестнице идти, удобно. Вывалившиеся опоры и прогнившие балки. Только когда угроза обрушения конструкции стала слишком очевидной, было принято решение о начале ремонта. Теперь переправа выглядит вот так. Радость людям, гордость местных чиновников. Здесь вообще не было, можно сказать, ступенек. И ни лестниц, ни перил вообще не было. Они через раз, то вообще через три. В мае месяце жители этого микрорайона обратились в городскую администрацию. И нами было принято решение совместно с депутатами выделить денежные средства. Обновленная переправа длиннее и шире прежнего, в разы надежнее, в отличие от старой с железными перилами. Все шаталось кое-как, очень надо было осторожно, бывало, что и падали. А сейчас, если посмотреть, лестница идеальная просто. Даже есть где посидеть старым людям. На ремонт ушло 500 000 рублей из городского бюджета. К осени собираются еще и поставить мачты освещения. Рифат Фаткулин, Георгий Кривошеин, Республика.